На работу с удовольствием. И в дождь, и в снег, и в самую знойную жару. Участковому уполномоченному из Правдинского отдела полиции Станиславу Шевчуку 25. В полиции 3 года. За плечами учеба в Московском университете имени Сергея Витте. Юридическое образование. Говорит, что полицейским хотел стать с детства. Научиться помогать людям, приносить какую-то пользу обществу. В роду были военные, но в полиции как бы нет. Большая часть времени в работе участкового – общение с людьми, рассказывает Станислав. Принять заявление, обращение, услышать личную просьбу, всегда быть в курсе оперативной обстановки на обслуживаемом участке и немедленно реагировать на тревожные звонки. Ну, однажды у женщины поступило сообщение о том, что ей угрожает убийством сожитель ее. Соответственно, была немедленно направлен наряд. Илона Полякова – та самая женщина, которая в критической ситуации набрала номер телефона участкового Станислава. Сегодня она уже спокойно вспоминает тот день и не устает благодарить правдинскую полицию. Я безмерно благодарна Станиславу Станиславовичу, потому что фактически он меня спас от смерти. Произошла ситуация, был конфликт с бывшим супругом, с которым мы давно разведены. И он, ну, в общем, в состоянии аффекта напал на меня с молотком. И в течение буквально 4-5 минут они подъехали, успели изъять молоток, вот, и обезоружить, и вот, ну, спасли меня вот фактически от гибели. И таких случаев в практике участковых немало. К работе, говорит Станислав, необходимы доверие и уважение со стороны граждан, умение не оставаться равнодушным при ежедневной встрече с бедами и проблемами людей. Сегодня территория его участка – это почти 30 улиц, на которых проживает половина жителей 15-тысячного поселка Правдинский. Ну, участковый должен быть, как минимум, мне кажется, отзывчивым по отношению к гражданам, доброжелательным, порядочным. Где-то в какой-то мере быть тем же психологом, потому что людям нужна помощь не только какого-то там физического характера, морального, психологического того же. А еще важна поддержка коллег, родных и близких. Супруга Станислава тоже служит инспектором по делам несовершеннолетних в Пушкино, а потому все рабочие ситуации понимает и поддерживает мужа, в том числе и в конкурсе на звание народный участковый, второй этап которого проходит на сайте Главного управления МВД России по Московской области. Проголосовать за Станислава Шевчука, участкового и лейтенанта полиции из Правдинского отдела, можно до 16 октября. Результаты голосования определят, кто представит Московскую область на финальном этапе всероссийского конкурса «Народный участковый». Юлия Постриганева, Никита Лукьянов, Мария Головачева. Новости Большого округа.